Всем привет, ребята, с вами канал Fighting Frame, комментатор Анон, мой свой комментатор сегодня Принц, и у нас топовые автопять немецких игроков, GB Hammer против DR Dykes'а, и сейчас посмотрим, за кого все-таки он играет. Это будет точно Акума Они на вопрос кого? На Рю. Вот так. Ну, Рю, в принципе, персонаж, который вполне может контрить Они. Нифига себе, там очень хороший Рю. Ну, и Они, и Акуму, соответственно, тоже будет он контрить. И поехали. Берет он форму Дайга у Михары. Такой Дайга играет. Подножка без всякого, в общем, селекта не последовало. Размениваются они джебами. Ну, пока ничего страшного не произошло. Бросочек, и поехал Вортекс. Ну все, это. Да, и тут. Не понял. Это Рю, это он уже. Он почти что 60% опций может наказывать Акумы своим ДП. Ну, и правильным сделанным, естественно. То есть в последние фреймы, чтобы там, если вдруг какой-то красап, все, ульта. Нет, ульты не было, да ладно, почему? Ну, он не ожидал, что пройдет, там. Но тем не менее, он дэшнулся уже вперед. Успел. Это для ДП. Вот ну, так. Просто так. Ну, ДП там не намного сложнее вести, чем ульту, поэтому, ну ладно. Неплохо. Вот так вот. Брэндон хитнул на заметку, как нужно выигрывать у GB Hammer. Трфы, да? Ну ладно. Ну, я думаю, у GB Hammer все-таки Акума. Ой, Они посильнее будут. Ну. Акума персонаж сильнее, чем Они. Поэтому в этом, наверное, весь вопрос. Да, вот он довольно без вопросов. Пока довольно наверное, привыкают друг к другу. Хотя и друзья, но может. Да, конечно. Напрыжка, и GB Hammer ухватывает, и такой красав, который не красав, приземлился он за спину. Хороший верх антиэйр от Хаммера. Кстати, этот антиэйр, если Рю делает эйр Тацумаку, то ДП не проходит. Я думаю, поэтому GB Hammer сделал краулы ТП, потому что мог бы вифнуться и супер бы словить. А, да. Кстати, есть такая тема, показывал сегодня этот GB Hammer. Знаем, что у Акумы есть пару противных моментов. Например, то, что его нельзя фокусить на подножке той же, да, которую он может вам с большой радостью. Он будет ждать вашего фокуса на подножку, после этого выпишет вам просто первую ульту, не задумываясь. Если он, конечно, хороший Акума, но он хороший Акума. Поэтому плохо заканчиваются фокусы с. Ну хотя ты же видел на его Чоппер Балрак делал с фокусами. Ну, это Балрак. У нас, пожалуй, таких игроков тогда поискать еще надо. И найдем мы, наверное, думаю, что даже нет. Вот, и. Ну, я прекрасно это знаю. Гоки Акума, что вот меняется у него все нормалы в ульту. Поэтому я и говорю, что, ну, так как свип, он более-менее дальний такой, с элементами футис момента, да, и его прекрасно все, как бы, обычно на свипе всех ловят. То есть именно делаешь свипа, Руфус, да ладно, нифига себе. Да, вот за него я с ним играл за Руфуса, сейчас посмотрим. Ну там был А на Рю, если бы что-нибудь, А плюс Руфус. Едрить твою налево, да это же А плюс Руфус. Вот мы наблюдаем очень хороших игроков прямо сейчас в онлайне. Двухфреймовый линк, да, был. Почему-то не начал он делать однофреймовый и решил продолжить, но не попал. Но как-то чем-то он там еще разменялся, да? Я что-то не понял. Там у Руфуса просто. Вот видишь, GB Hammer чем-то полез и схватил хит. Там что-то вроде сетапа на контр-хит. То есть очень мало фреймов что-то вставить. Там лучше заблочить.
Ну или ДП прописать на реакцию. Да, еще противный ведь сам по себе дайв-кик у Рукс. Да. То есть он заставляет понервничать в любом случае. Ну вот эти Тектролы, они самые такие противные. Да, все, вифнул, вот ДП Джиби Хэмер. Как мне показалось вот, по игре, вот на самом деле эта вот тема с... Ох ты, ничего себе, с Вейкой не попал он. Пандиш комбой своей делает Экс-Мисаю и спорол ультру. Да. Спорол ультру Драэкс. Ну сейчас я вообще не... А, я не думал он поставит на Unblockable. Есть там пару стапчиков. Ну, Unblockable, да, это не выход из ситуации, но ох, как хорошо наказывает. И смотрите, какой раунд забирает. Просто я бы сказал, что было не так много шансов у... Да, пресил и пресил. Джиби Хэмера, да, отыграл прям как... Джастин Монг им доволен. Infiltration недоволен Джиби Хэмером, но ладно. Такие европейские версии этих персонажей. Ну ладно, в принципе, да, солидные игры показывают на самом деле. Ну, у Руфуса еще, он же может наказать, да, телепорт Акумы, Крауч ХК. Да, ну... Крауч ХК, но поэтому, например, Такида и, да, и вот даже Infiltration начал брать против него вторую ультру. Как это, только он видит, что полетела рука, он сразу ему сетапит ульту. Туда, чтобы по щам надавать за паниш. То есть Акуму вообще не наказать за это. Со второй ультрой. Ну ладно, смотрим. Не меняет ультру, я так понимаю, или меняет? По-моему, не было даже... По-моему, просто он прожал на кнопку, поэтому... Все-таки первая ульта, наверное. Да, первая ульта. А плюс персонажи и... Да, и тут... Смотрим, Джиби Хаммер, скорее всего, может контрпикнуть. Ну хотя, Они... А кем? Они контрпикли к Руфусу. Вот я тоже сейчас подумал. Да, то есть там скорее... Нет, вообще... На самом деле там, наверное, есть, можно по пальцам пересчитать матчапы, в которых Они лучше, чем Акума. А я думаю, что таких вообще прям 1-2, если вообще такие есть. Ну, в принципе, да. Странно, о, хорошо, сейчас, да, сейчас, а почему не эксовый ДП, там же столько много урона. Но, видимо, А плюс Руфус, он все-таки, наверное, ему видней. Мне еще странно, почему недавно, сейчас вот был моментик недавний. И Джиби Хаммер почему-то... О, все, сейчас будет ДП назад. Нет, не отменился, но... А, нет, не было у него... Не было у него метров, и тут... Да, и тут, по-моему, ДП-шка это стал бы, по-моему, Джиби Хаммер. Будет отмена, опять... Блин, но... Да, тратит он метр, не было у него, чтобы выйти в ульт, но этот ульт бы убил. Конечно, Акумы, но вот закидывает он Драекса Хадокенами и побеждает. А как говорили, что чем отличаются европейские игроки от американских? Что американские на общем селектах почти всю игру проводят. А европейские просто одни поки суют, что ты там должен блочить секунд 10-то точно. Да. Было моментов 2, когда он не сунул. Ну хотя я думаю... Опа, ульта там, да, и вот экзешн наконец-то вписывает это. Так много урона, не порит двухфреймовый линк. Кстати говоря, заметил, да? Не делает он такой БМБ комбу, который однофреймовый, делает он всегда двухфреймовый линк. Заметил, да? То есть после вот ЛБшечки, ЛКшечки делает он всегда МП, а не ХП. Это меньше урона, но меньше шансов спороть, я так понимаю, что после ХП, да. Ну, в принципе, у Руфуса это довольно халявный линк, потому что эту самую торнадо-то его не наказывает, как он называется, правильно. Которая... А, которая экзешная? Да не экзешная, обычная, не нога, там минус 2, то есть. Ну, это который... Торнадо. Экзешная там вообще плюс. А, обложка. Это-то, да, я понял. То есть он делает линк, и он отменяет его, ну, который Хадокеном, Хадокен вводится, да? Тут тоже рисковая игра, там можно словить ДП. Пару раз я видел... Нет, так а там блокстринг, ну, смотри, там можно словить, да, там можно словить ДП где? Между ЛП и ХП. Там да. Вот ульта будет, да, молодец. Прям все знает отлично этого персонажа. Драйкс, ну, неудивительно.
20 тысяч. Действительно, странно. Все, хороший сетап, и вот здесь косячит маленько. В конце косячит и... Опа, какой интерьер божественный. И прям, смотрите, давит и давит. И вот, пожалуйста, вам, Руфус. Очень редкий персонаж, которого там прям, ну... Вообще очень редко можно увидеть, да, и... Только вот у Мерикоса, да, вот это Джастин Вонг, это Рикки Ортис, да, и вот и больше-то нигде его и не было никогда. И вот прям вот вам показывают, как за него нужно играть. Прям солид комбы, солид паниш, а вот это вот анти, это который ДПшечка у него, она такой дамаг наносит, там в районе 200 еще, так и после ножичек. Да, еще и Акумы меньше жизни, и прям очень чувствуется этот дамаг, и прям, ну, я очень рад такому Руфусу, это прям так круто. Я еще смотрю сейчас на очки доктора Драйкса, и я раньше думал, если у человека много БП и мало ПП, то он ничего не умеет. Угу. Сейчас что-то смотрю, как-то вот меняется мировоззрение у меня конкретно. Может, он за рандом играет, я не знаю. Ну, скорее всего, так оно и есть. Да, то есть он прям показывает такие игры хорошие, и вот вам, пожалуйста, Джимми Хэммера можно выиграть. Кто бы подумал, да? У нас в России пока что еще никто этого не сделал. Ну, а Руфус будет. И у нас... Надо отметить, что матчап-то топ-тиров. А Руфус топ-тир? Ну да, он где-то в топе, он вместе с Ибуки, с Адоном. Ничего, я не знал, я думал... Он очень высоко. То есть он вот наравне с ними. Это, конечно, не Акума сет, ну, Кэми и Филонг, но это он чуть пониже. Он сразу пониже, где вот Балрак, где... Балрак, Руфус, Ибуки, Адон. Некоторые даже туда Хонду причисляют, но это... Вот, не порит, но вот порит отмену. Поздно ввел, поздно ввел. Да-да-да, я опять поздно ввел, второй раз поздно ввел. О, круто, кому прям, посмотри, как он начинает, а? Нет шансов даже, не вообще, вот, хороший просто... Хороший сейф джамбл. Да, не, некуда даже залезти-то, Джимми Хэммер. Надо что-то ему придумать, потому что это не... Стандартная хороший... техника не действует, да. Да-да. Да, и Месайя. О, ну... Там, там уже, ну, на самом деле, поздно все заступило. Да, да, это не остановка. Не наказание, да, но там даже реверсал было видно. Вот сейчас хорошо поймал. Там дайв-кик он делал. Прямо на стартапе поймал. Пёси. Вот, хорошо. Контрит, наконец. И... Да, хорошая засумака была. Пытается на фирс, на этот, на... раундхаус поймать и... Да, и зря фоллап сделал. В принципе, я думаю, зря он, конечно, сделал, потому что, ну вот... Смотрю, там вообще рандомить Джимми Хэммеру нельзя было, там ДП Витница на расстояние такое отходил. Ну, то есть, чувствовал он игру, он... зря он делал. Да, да. Мог бы выиграть. Порит опять Джимми Хэммер. Тем более, там к углу подходил уже. Да, вот я здесь и наказал. Здесь, по-моему, что-то мог он выставить ножку такую побыстрее, которая, да, чем крауч ХП, и... Вообще, ну давайте, что называется. А для Акумы это очень-очень-очень чувствительно, любой урон. Тем более Руфуса у него 1000 или 1050 жизни, не знаешь? Ну, у Руфуса я знаю, что побольше жизни, чем у всех. У него стана, по-моему, 900, а жизни 1050. Оп, и в ФДЦ в ульту, да. И порит снова ульту. Да ладно, сейчас будет ульта. Вот часто где была ульта. На самом деле, сейчас просто Драйкс отдал раунд. А, это... просто два раза отдал. Раунд и бой, все видели мы, что раз он запорол ультру, потом сделал он сетап на ультру этой ножичкой и снова не попал. Ну, это очень обидно, дважды. Можно сказать, дважды он дал этот раунд, и Джимми Хэммер отжимает.
3-2 счет в пользу Джугенхеймера. Да, счет 3-2, как мы видим, в пользу Хеймера. Ну хорошо, прям приятно наблюдать. Да, это вот прям солидный европейский уровень, это ну, серьезно, это хорош. Хорош. Несмотря на все скорые линки Джугенхеймера. Не знаю, что с ним творится, но ладно. Ну, что-то, видимо, видишь, против другого игрока играет и уже боится, помню, что-то как-то. Уже не такой наглый, но встал. Может, просто его уже знает, просто против как-то против наших игроков он, наверное, не парится, играя, да? А, я только одну знаю не сейвую фишечку. Джугенхеймер, он любит после Crouch LP совать Demon Flip. То есть ты там можешь увидеть, что он летит, но когда ножка высовывается, уже все. Уже надо блочить. А остальное не знаю. Ну вот хорошо. Да не, да, любые сетапы Акумы, они все, как правило, Рюта, например, наказываются, да, то есть. Ну, не все, но большинство. То есть, когда ты на него напрыгиваешь, не. Как бы не когда в кроссап, не кроссап ситуация, а просто. Когда он на тебя напрыгивает, да, тогда там есть очень много вариантов, когда можно его наказать. Да, и прям сейчас по актине играть Джугенхеймер начал, прям видно, что прыгивает, и прям он теряет, и сразу же отменяет. Сейчас, вот сейчас сейф джампы я прям вижу, что вот, ну блин, вообще. Да, ну конечно, у Руфуса нет реверсалов хороших, быстрых. Да. То есть он, на него вообще халява, там Мисай, что у него там, 9 фреймов или 10 стартап? Ну много, или чуть ли не 12 даже. То есть такой очень медленный мув, но инвольный, соответственно, и это довольно противно. Ну, хорошая ДП. Сейчас больше Джугенхеймер начал играть что-то от защиты и врываться как-то потихоньку. То есть он не лезет. Как? Он любит играть обычно. Ох, вот здесь просто прочитал. Угу. Красивый момент. Ну, думал, что он в другую сторону телепорт сделает, прям уже шел туда. Ну что? Я не знаю, о чем. Ножку свет. Не спорол ульта, достанет. Гребаный Руфус. Вообще капец. Достает. Да. Ну и да, там уже был непонятно какой хит в комбе, поэтому очень сильно скейлинг. Дамага. Хорошо было Джугенхеймер. И хороший антиэйр. Две разные стороны. Очень сложно предугадать, когда это будет. Вот я про что говорю. Ну, да, Депп делает экзешный. Вот про что я говорил, что экзешный ДП, не помню, как он будет, как он точно называется, Snake Strike. Вот, он такой же дамаг конский наносит, блин, это прям по акумит это. Ну, микстапа не будет. Сейчас, да, назад. Отменяет. ДП хотел уже ДП, просто ручку снул, вместо ДП не получилось. Так. Ой-ой-ой, ну, да. Все. Да, это до свидания и это. Руфуса я не знаю, сколько там у него стапов на ультру. Столько же. Сколько... Миллион. Давай начнем с естественного. Миллион. Да, так, то есть. Все. А уже потом считать какие-то там особые. Ну что, 3-3. Счет 3-3, да. Я бы не отказался от счета 5-4. Да, смотрите, я думаю, никто бы не отказался. Не, я знаю, что звук игры пропадает, так оно и есть. Это, от этого не избавиться, к сожалению, но я чатики еще все пытаюсь читать, поэтому такое случается. Так, какой это? Седьмой бой уже у них поехал? Да, седьмой бой. И... Опа, Эвил Рю.
только хотел сказать, подождите. Смена или нет. Странно. Ну посмотрим, будет ли использовать он однофреймов, блин. И есть такие комбы, которые аккумулятор. Да у него еще один, да он наркоман. Ассинарий. Да, это столько, у него там А плюсы, это вот прям, ну, солидный очень игрок. Сразу видно то, что не, он не дэшнулся, видимо, это ошибка, когда была его. Ошибка экзекьюшна, хороший комба от Джибихэмера. Джибихэмер, наверное, я не знаю. Да, и в дизи, вот так вообще быстро в дизи забивает. Ну, не комбиться у него, крауч, МП, крауч, как стендинг ХП. Ну, этого я думаю, ну хотя вот. Меняемся, нет? Будет перемена. Ну да, ну вот если там никого не будет, то на Илорю, конечно. Ну, Илорю очень хорошая напрыжка. В тяжелой ноге практически как у Сета. Угу. Просто красап не красап, особенно в углу. Там тренировки провел, не верил, думаю, да ну, не бывает вообще. Да в углу вообще надо сказать, что. Углу, да. Очень много персонажей, типа такие как Филон, там вообще беспредел творят просто в углу при желании. Много топов горят, загнал в угол, все, выиграл. Так и есть. Ну, ну если ты играешь за Филонга, там просто ты просто делаешь как бы на него, ну, сейф, не сейф джамп, да? Ой, хорош, Джибихэмер! Вау! Круто! Убил. Нет. Маленько оставил. Ну все, это ДП. Да ой, ладно! Нет. Вау, вообще спорол Джибихэмер суперку, еще хороший сетап на ульту, но. Ну, не сетап, а просто хорошая реакция. В ульту и спорол он суперку, и теперь ему очень тяжело будет в последнем раунде. Учитывая, что есть у Драйекса одна нольфреймовая суперка, которая может просто подойти и дать по щам. Что и пытался делать в прошлом раунде Джибихэмер. Так, там даже не нольфреймовая суперка, там две комбы. Ой, одна комба в ADC, и все, стан. А дальше. Да. Вот Элрю туда. Особенно против таких персонажей, как типа Руфус, да, там вообще прям беспределы творят. Да это вот я. Сака видел, там вообще просто бедного Руфуса изничтожил. Там комбы выписывает, он как, я не знаю, как. Как проснулся с утра, в туалет сходил и пошел выписал 10 комбов Руфуса. Так примерно и происходит сейчас. Ну сейчас Акума будет просто стоять в углу. Думаю, ни один ни топовый, ни вообще никакой любой Акума не будет подходить. Учитывая, что есть опция, хотя у обоих есть опция экзешна. Ой-ой-ой, как молодец! Ловит-то его, слушай, да, и Драйекс. Но не было продолжения, успел вытпшнуться. Да ладно, ДП эксовая, правильно, побольше урончика. Блин, и тут не все так просто. Здесь уже. Тут можно и проиграть с Джибихэмером. Поймает! И это автопять закончено. Да? Да? Да. Все? О, нифига. Или 4-3. Или 4-3. Сейчас посмотрим. Сейчас, что-то да, по-моему, показал 4-3. Нет. Стой. Сейчас 4-3, да. Ну ладно, это прям хайповый матч был. Ошибся я немножко, да, 4-3 счет пользовал Драйкса. Просто переждал, Джибихэмер уже расслабился, все, а тут раз. Да, и поймал он на прыжке эксовый хадокен, и, блин, прям круто, прям. Это вот всем привет нашим ребятам, которые вот играют за Рю, за Эвил Рю, да, вот. Вот вам, пожалуйста, наглядное пособие. И человек просто так играет, даже не это. Не то парись. Есть, да, ну я пойду поиграю в Т5, чё. Значит, делов-то нам, чё. Чё, я топ, ну топ и ладно. Против топа поиграю. Два злых человека играют. Да, я говорю против Акумы. О, ну все, пошли. Вот вблизи. Вблизи на среднем расстоянии, на дальнем, я говорю, опасен. А так он не опасен. На всех остальных. Ну тут вот была такой. Так. Не, сделаем счет, но не в этот раз.
Ух ты, как не сейвало-то было. Отмены-то не было. Ну, любая напрыжка не сейвовая. Там есть два фрейма, если он засетапил нормал, чтобы приземлиться, как правило, да? В это время хорошие игроки тебя начинают это панишить. Ой-ой-ой, поймал. Да ладно. Это матч-поинт? Это матч-поинт. Офигеть. Сколько? Вот. Троих выбирал персонажей и двумя из них выигрывал. Да, Руфус вообще шансов не оставил. Причем это первое из трех FT5 сегодня. Ну, я думаю, после этого матча я бразды правления передам Дизи. Напишу сейчас камеру, что чувак это будет за меня. Можешь, в принципе, с ними покомментить, я думаю, ты прекрасно его знаешь. Вот, и... Пора спать уже, я сам понимаю, что у нас время это уже первый час идет. Я что-то расслабился, я уже смотрю на матч, но времени смотрю. Да-да-да, вот. Ох ты, да, ё, вот, хорошо было, я думал, что будет красав. И будет отжимать он этот? Пытаться, да, будет архимедр, нет, не смог. Да, сделай какой-нибудь экзешный ДП, отмени ты его в ульту, да, и... Да, да. Вот иногда кажется, что вот, смотришь матчи, видишь прям, о, Акума кидает фаербол там, ну где, допустим, ультра на реакцию или что-то. Очень хорош фокс. Но когда играешь, это гораздо сложнее, чем кажется. Не, конечно, то, что ты боишься Акума, потому что чем-то ты там не тем махнешь, да, и Акума сделает не тот сетап, который ты ожидал, и получишь по щам. Ну все, ультра. Молодец, да, и ульта. Нет, не будет ульты, будет комба. Почему ульту не сделал? Да, это можно поплатиться. Так рискнул тебе Тимур. Да, у меня я бы тоже. Непонятно, он начал тратить метр, который у него был весь. И на что? На то, чтобы нанести меньше дамага, чем нанесла бы ульта. Непонятное решение Джиби Хэмера. Может быть, я думал, что фокус делает, и сейчас прожмет он во время дэша ульт, но нет. И счет 4-4. Да. Как мы и хотели. Да, как мы хотели. Все да, последний бой. Так, сейчас я пишу Дизи, чтобы сменил меня. Да, немного матчей я видел у Акумы, Джиби Хэмера и вообще топового Акума. Видел как-то на одном повторе, когда там человечек один записывал, там мимоходом Джиби Хэмер его выиграл и все. А потом он использовал Они, все. А вот Акумы я так вот много его не видел. Что-то Хэмер, видимо, мне хочет написать, а нет. Сейчас, 3, 2, 1, сообщение. Нет, черт, не мне писал. Ну ладно. А то обычно. Да, я иногда играешь с каким-нибудь топовым игроком, действительно топовым, и думаешь, вот сейчас я сосредоточусь на матче, там выиграю, да, там может выигрываю, все кажется круто. А смотрел какой-то стрим, реальный просто топ, вообще крутой играл, стримил. О, он берет сидит... Руфуса. О, нифига себе. Сидит, колу пьет и что-то с кем-то разговаривает и играет. Одной рукой играет там. Да, ногой помогает. А ты думаешь там, во, сейчас я. Да, бывает такое. Ну, конечно, уважение таким игрокам. Всегда люблю с такими играть. Но я думаю, все любят. Да. Так, и у нас последний матч, счет 4-4 в этом противостоянии двух немцев. Топового, как нам казалось, немца Джиби Хэмера. И вот позвал он другана Драекса, который прямо показывает очень солидного Руфуса. Там А плюс Руфус, это же просто... Это даже не А плюс Абель, это просто А плюс Руфус. Вот, и... Солидная очень игра, и по игре это видно, что на самом деле он просто класс показывает. И вот в лучших традициях Акума против Руфуса, как мы привыкли, как нас приучили такие игроки, как Рики Ортис, как Такидо, как
Джаффин Вонг и как Infiltration что-то. Такие матчи мы видели очень часто на чемпионате, и прямо это на них можно любоваться. Просто показывают хорошие. И линки показывают ребята, и прямо. Показывают хорошую игру. Да. И я думаю. И тут-то, тут-то все на самом деле серьезно, Джиби Хэмер то может еще и не проиграть. Матчпоинт для Джиби Хэмера, да ладно. Все было очень хорошо у Драйкса. Да. Че, Джиби Хэмер хочет удержать свой титул? Или нет? Посмотрим. Ну сейчас начал он разводить Нэти, я. Ой, что-то у меня прям игра залагала. Прям сильно вообще. Чуть-чуть лаги есть, но. Ой, нифига себе, чуть-чуть у меня прям вообще тут все. Меня... Все печально. Ну и тут просто, знаешь. Я думаю, Драйкс, что-то с ним случилось или как-то. Или Джиби Хэмер что-то у себя включил. Да. Килл мода. Да, я смотрю, просто не подпускает вообще, видишь? Там да. Куда? Да. Не боится тратить метр вот на вот именно на то, чтобы обогнать. Не прыгает вперед, да, то есть не делает он агрессивных мув, на которые. За которые Руфус-то как раз таки может покарать, да, вот своим. Великим и ужасным ферсом в воздухе, не ферсом, точнее, а раундхаусом. И тут все. Выигрывает Джиби Хэмер. Тут шансов никаких нет. Ну, сейчас шансы были, но. Сейчас меня еще и выкинет. Из игры, судя по всему. Ну, это знак. Раз, посмотрим. Может мне что-то напишет. Выкинул. Нет, все. Так, пишу я Джиби Хэмеру. So I'm. Мне пришло сообщение. Он написал, почему ты играешь. О, нифига себе. В конфе уже столько сообщений. Так. Так. Так, Гиз, ну ладно, я с вами прощаюсь. Джиби Хэмер. Гиз, Ник, видишь? Я думаю, что. А, Принц, ты в случае чего позовешь. Ладно, с вами был комментатор Ном, канал Fighting Frame. С вами прощается, но сейчас будет следующий комментатор с вами. Это будет Дизи, и я думаю, что FT5 продолжится. Так, и прямо сейчас отвечаю по следующим, да? Ну что, ребят, всем пока и... Всем